Привет всем туристам, альпинистам, рыбакам и охотникам. Сегодня мы посмотрим с вами видеообзор вот таких вот двух чудесных туристических наборов посуды от фирмы Пингвин. Это Solo и Solo X. Чем же они отличаются и что какую-то комплектацию, сейчас посмотрим. Ну, начнем с Solo. Поставляются вот такие вот коробочках они все, где есть комплектация, что входит в набор, характеристики, вес и подробные данные. Вес данного наборчика всего лишь 218 грамм, что есть очень удобно, очень компактно, он подходит для туристов, для альпинистов, в принципе для рыбаков, охотников, тех, кто следят за весом рюкзака, не хотят лишнего внести, очень удобно будет. В комплекте мы видим, идет фирменная наклеечка. Там наборчик идет вот такой вот, такому вот мешочке из сеточки. Удобно транспортировать, то есть набор не раскроется, не болтается по рюкзаку вашему или по бардачку машины, по багажнику. В то же время, когда набор будет мокрый, то есть после мойки, влага будет легко испаряться, то есть не будет закисать, не будет вонять плесенью. Сам наборчик внутри вот такой. Набор сделан из анодированного алюминия. Это говорит о том, что он легкий, а в то же время само покрытие не дает вашей каше, супу, все что угодно, пригорать. Также само такое покрытие дает возможность очень легко мыться от жира, даже холодной водой, в любом ручье, в горах, снегом, либо еловой веткой, там кто как. Как любит, легко оттереть. Значит, набор состоит из двух единиц. Это непосредственно сам котелок и крышка, чашка, либо маленький котелокчик, все в одном. Крышечка довольно-таки глубокая, то есть это кружка миллилитров на 300, 250-300, имеет две раздвижные ручки из нержавеющей стали, на которых нанесена вот такая вот терморезиночка, трубочка, которая не дает нагреваться этим ручкам, чтобы вы спокойно могли взять его с горелочки. Крепятся ручки с помощью заклепок, то есть они не отпадут, не отломаются, пайка не отлетит, а в случае там поломки в будущем, можно в принципе легко отремонтировать. Видим, что заклепка сквозная, очень удобно. Также в комплекте мы видим, что идет губочка для мытья, ну то есть на первое время вам не надо будет мудрить ничего, вы думаете, все в комплекте есть для мытья. Котелочек. Аналогично имеет раздвижные ручки из нержавеющей проволоки, на которых нанесена терморезиночка, чтобы не нагревалась ручка. Ручка также сама крепится с помощью заклепок сквозных. А также на котелке мы видим гравировку, то есть выбито, не нанесено краской, а именно выбито. Выбит объем котелка, видим, что котелок на 750 мл. Вот такой. На одного-две персоны он очень как раз компактный, удобный. В принципе, больше не надо. Так, это вы посмотрели. Второй котелок, Solo X. Такая же самая аналогичная коробочка. Но чем же они отличаются? И в комплекте также наклеечка. Сам котелочек. В таком же самом, как и предыдущие мешочки из сеточки. Но он имеет свои особенности. Главной чертой данного набора, который отличает Solo X от Solo, это есть то, что мы видим на дне. На дне такая специальная, как мисочка посуда, она же является защитной пробкой. Пробкой для того, чтобы вы не поломали вот этот вот радиатор. Для чего этот радиатор служит? Когда вы устанавливаете этот котелок на горелку, тепло от горелки не только нагревает дно, но нагревает вот этот радиатор. То есть максимальное количество тепла передается непосредственно посуде, тем самым ускоряя закипание воды. Также мы имеем такую крышечку, которая служит и корпусом защитным, и как тарелочка, мисочка какой-то из пищевого пластика. Он мягенький, он на морозе не будет дубеть. То есть видим, что он гнется легко. Такой вот веревочкой, чтобы можно его подцепить, это не потерять его. Аналогично мы видим ручки раздвижные, такие раскладные, из нержавеющей стали. На заклепках держится. Котелок имеет
гравировочную шкалу объема. Видим, что есть губка на первое время. Крышка аналогичная к предыдущему. Они одинаковые. С ручками из нержавеющей стали. Нанесено также само покрытие. Заклепки держащие. То есть тоже очень надежно. Какое еще преимущество этих котелков? Данная посуда, как Solo X, так и Solo, рассчитана на то, чтобы готовить пищу на горелках. Соответственно, данный котелок мы можем использовать по назначению для горелки. Данные котелки, как и этот, так и тот, можно спокойно поместить газовые баллоны. То есть они недельно будут занимать место, а ложатся спокойно в ваши котелочки. Это очень удобно, то есть баллоны не занимают место в вашем рюкзаке, а укладываются непосредственно в котелок. Как вы видите, если положим 130-граммовый баллон в котелок, то еще сверху остается место для какой-то маленькой горелочки под крышкой. Если ставим большой баллон на 450 грамм, то помещается только баллон. Ну, крышка закрывается прекрасно, как мы видим. Вполне удобно, то есть в чехольчике оно выпадать не будет все. Вот так, друзья. Данных два наборчика вы можете посмотреть, приобрести у нас в магазине. Звоните, пишите, спрашивайте, интересуйтесь, пользуйтесь торговым брендом «Пингвин».